Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Sniper 3. И сейчас мы возьмем очередное задание. Встреча с командой. Давайте приступим к выполнению. Ой, что-то недалеко я как вижу идти-то. Встреча-то что? У подъезда что ли? Опаньки. Так, доберитесь до транспортного средства. Ладно, доберемся. Так, залазим. Недалеко нам ехать. О, 2 мили. Ага, вот сюда. Ну хорошо. Так, подождите. Тут же перебраться можно, нет? Точка быстрого перемещения. Нет, надо именно ехать. Что ж, ну ладно, поехали. Узнал бы, так бы переместился. Столько всего интересного. Ладно. Вау! Он машину раздолбал. Даже смотреть не хочу, что там стало с ней. Так, тут испытания для дрона. Насколько я помню, это надо электрическую штуку к дрону. Так. Едем. Что-то у нас там за блокпост какой-то. Мне интересно. Ну-ка, надо посмотреть. А, да. Сейчас зачистим. Вот оно. А я бы как раз сейчас проезжал бы там. Снайпер. А я как раз хотел подъехать и вот попался бы. Откуда? Вот он. Ты один? Ну, вроде как один. Так. Как бы к тебе подойти-то незаметно? Сейчас подберемся. Попробуем. Так, там у меня еще какой-то знак вопроса. Что это отметилось? Так. А, это я. Это я, крестик. Господи. Сам себя искал. Ох ты. Так я еще на что-то набрел. Так, что-то никого не вижу. Ладно. Посмотрим, кто в теремочке живет. Там я как видел, шалаш какой-то стоит. Так. Кто здесь? Ключевая точка. А вот и к снайперу подкрадемся как раз. Так, а где к тебе залазит-то? Вот там. О, падла. Охотитесь на меня. Так. Допросики? Допросики.
Либо с ножа резать. Почему-то он лежачего не допрашивает. Ну давай. Нет, допрошу. Плиз. Давай. Так. Автоматчик, автоматчик. Сколько тут до тебя? Так, а мне что надо? Мне какие надо навыки-то развить? 5. Так. Так-то и снайперские надо. Но уж призраки-то уж надо доводить призрака. Воина вот надо еще. Да. Ну, сначала давайте тогда призрака надо. Посмотрим, как нам здесь подобраться можно. Ходят туда-сюда, ну, на месте не задерживаются. Так, а мне как подойти можно? Как вам подобраться? Кусты, кусты. Ладно. Посмотрим. Что с вами сделать? О, волки воют за стеной. Кто-то гонится за мной. Тихо, тихо, тихо. Спокойнее. А, еще и наблюдатель. Так, я уже слышу, что они базарят там. Так. Здесь мне не подняться. Ну что ж ты будешь делать-то? Так. Так. Камень. А, кстати, ножиком я даже не знаю, если убить-то его. В какую сторону это будет засчитано? Как призрак или нет? Тихо, тихо, тихо. Отправляйте кого-нибудь на поиски. Давай, или сам спускайся. Спустишься? Давай. Давай, давай. Блин. Куда пошел? Вышел, посмотрел. Чего смотрел? Блин.
Так, так, так. 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 Дайте мне очки опытов. И валите куда хотите. Тихо. Да ё-моё. Неправильно, всё неправильно было, ладно. Блин, так... Так маялся с вами, твари. Сейчас нахрен повыношу всех с автомата. Добью очки. Хотя бы так. Если вы не хотели по-хорошему, будет с вами, значит, по-плохому. Так. Точка воскрешения, побочные эффекты, блин. Давай. Сейчас на вас соберу хоть что-нибудь. Блин. Так. Надо было с другой стороны к вам подходить. А это... Ну ладно. Идем обратно, вынесем этот аванпост. Как я понимаю, меня на другую локацию перебрасывают. Миссия такая. А не хотелось бы. Доберите затрат, добраться до туннеля. Так. Выносим по дороге. Где ты, козел? Вы у меня все пойдете сейчас на запчасти. Твари. Неблагодарные. Я, понимаете ли, для них, а они... Чё, покажись. Вот так. Вот он ты. На. В лоб. Щипанька. С тебя чего еще можно взять? А, кстати. Ну ладно. Можно было зарезать. Так. Если вы думаете, что я сейчас гуманизм проявлю, да хрен там.
Вот так. В бой. Так. Аванпост зачищен. Теперь я с вас соберу что-нибудь. Нет свободного места. Так. Блин. Ну ладно. Так, с автомата я вас перестрелял. Так, это где-то вот здесь вот. Вот он. Так. Сюда. Надо вообще на автомат. Ну да. Кстати, пригодился. Смотрите, глушитель на автомате пригодился сейчас. Заткнись. Нет свободного места. Наверху тоже что-то, значит, есть. Блин, столько всего в одной комнате. Так, что-то взрывается. Все. Работяга. Что ты мне принес, работяга-то? Кроме... недоразумение. Обыщем. Так, оружия нету при тебе. Ну все. А еще снайпер. Патроны мне-то нужны, снайперские же. На него уже потрачено было. Так, полезли. Будем грязным делом заниматься. Труп шмодать, который сотворили. Давай, культурист. Хрена. Ты же американец. Вперед. Да как ты криво ползешь? Кто ж так строит-то? Давай. Опа, опа. Механические детали, пули. Все собрали. И оп. Все, бежим. Теперь у нас... Так, это у нас... Что такое, я уж не помню. Точно, это же медикаменты. Так. Таблетки. Притом придется возвращаться на эту локацию, чтобы устранить боссов там, потому что у меня какие-то боссы выявлены были. Ну, мы идем пока по порядочку. Так, кстати, что у нас здесь? Что у нас здесь? Надо посмотреть. Вот такой любопытный. Ой, как высоко. А у нас здесь люди на блюде. Ух ты.
Какая прелесть. И как же мне быть с вами? Понятно. Все с вами понятно. Так. Я так и знал, что подъем где-то близко. И вперед. Пойдем, пойдем, пойдем. Сейчас босса завалим. Будет дополнительное у нас. Чтоб не с пустыми руками, это позорище. Так, автомат. Сначала отвлечь. Сколько-то очков опыта нам дадут. Вот так. Теперь смотрим. Обыскать. Где оружие-то? Собрал, что ли? На. Биосубстанция. Волк. Так, это мы тоже заберем. Заберем. Обыщем мы. Вот так. Теперь полностью комплект собран. А я уж переживал. Так, я и думал, что мне глушитель не пригодится. Так, какой-то волк. Все, вроде всех обыскал. Теперь посмотрим на это. Это лось. Так, правильно бегу. Разбежались быстро. Так, что вы мне тут? Вот этого, кстати, допросить, что ли? Или тут главаря нету, я как помню, он свое рыло должен свое показывать там. А тут не показывает. Почему? Потому что его нету, скорее всего. Так. А, нет, вот смотрите. Есть там кто-то. Только мне как-то спуститься надо хорошенько, чтобы прикончить. Так, если я посюда спущусь. Да ё-моё. Так, посюда спущусь. На дерево. Ну вот, неплохое место. Надо всего лишь пройти туда. А как я это сделаю? А никак.
Отсюда долбить придется. Да, заткнитесь вы, животные. Поехали. По одному выводить. Только не упасть бы. Ой-ой-ой. Блин, вот. Еще хотел же не упасть. Так. Ну, вот кусты есть. Перебежать можно, в принципе. Так. Пошел, пошел. Иди. Так, он там один. Ой, почти убили. Что вы будете делать? Я ведь хотел по-человечески. Хотел по-людски с вами. Со свиньями. Ну ладно. Так. Что-то сделал. Что я сделал? Что я сделал? Что-то я вот здесь наделал. Нашумел, конечно, да. Напакостил, нагадил. О, это у нас в крови. Так. Слишком много деталей. Да как... А, вот. Как козлик прыгаю. Так, сюда. Здесь-то у нас застрял. Ну, вот как так-то? О, давай-ка. Опа. Дробовик. Ну, нахрен тебе нужен дробовичок-то. Если все здесь с калашами ходят. Обыскать. Ценную информацию ты мне предоставить мог бы, нет? Вот в чем вопрос. Так. Надо к автомобилю теперь идти. Так, это что тут? Пещера. Так, мне надо наверх, срочно в эту пещеру. Так. Ну-ка, вперед. Джульбарс. Так. Где тут? Так. Как
Интересно получается-то. Они от меня хотели скрыть, утаить. Ай-яй-яй, как нехорошо, как некрасиво. Глушитель не работает, ну и не надо. Не очень-то и хотелось. Что у нас здесь? Какая-то винтовочка, как я понимаю. А, нет. Лук. Лук, полбустук. Теперь я, наверное, стрелять буду лучше из лука. Какой-то улучшенный, что ли. Модифицированный, модернизированный, как он правильно выразится-то. Ладно, валим, где моя машина? Так. Там я не пройду. Вот здесь вот обойти. Обойти, выйти на дорогу. Надо все-таки, ну не знаю даже что. Лук тоже хорошо. О, кстати, он и привычнее мне, чем с автоматом. Зато с автоматом больше поражения. Двоих-троих за раз. Блин, он... Сами напрашиваются, чтобы я там открыл. Ну давай посмотрим, что там. Ага. Работяги. Что они там копают? Блин. Что за любопытство нахрен меня разбирает? Так, ё-моё. Какого северного мха здесь происходит? Так. Пристрелить их, расстрелять. Нет. У меня есть идея получше. У меня же есть ножи. Блин, а там мины были. Вот тебе, пожалуйста, мина. Что-то я оказался не там. Каждый раз в новой точке. О, на кладбище опять денежка появилась. Я так понимаю, что с моей смертью здесь ресурсы возобновляются снова. Остается только за ними сходить. Так. Извините, господа, но я хочу посмотреть, что у нас там. Может, что интересное покажут. Лесопилка. Ой, сколько тут народу. А чуть подальше у нас. Что же там? Бандиты, нет? Да что там? Понятно. Там ресурсы. Так, лесопилка. Ну чё, лесопилка, лесопилка. Нет. Мы пока все-таки поедем прямо. Потом как-нибудь на лесопилку заедем. Хотя вроде и недалеко. Вон оно. Туда-сюда. Эх, давай заглянем. Потом срежу. Путь компенсирую, потому что тем более уже приехали к этой лесопилке. Так, тут расследование провести можно. Что там случилось в лесу? Вон огонек горит.
Ай-яй-яй. Вот он. Третий. Поджарились. Эх. Обыскать тело. Господи, у меня еще и глушитель работает. Давай. Что тут есть? Обыскать тело. Изучить. Спальные мешки, запасы пищи. Что-то я не понял. Спальные мешки. Трупы. Так. Может... Волки что-то мне закрыли, что ли? Я понять не могу. Воспоминания. Не понимаю. Ладно. Так, а сколько у вас? Четверо всего? А, спасти гражданских. Это мы с великим удовольствием. Так, сначала мы посмотрим. Где вы располагаетесь? Раз, два. Оу. Я не с того конца зашел, не с того края. Все понятно. Так, обходим стороной вас. Через кусты, скрытыми перебежками между тележками. Так, мне здесь ножи не помогут против этих, они вроде как бронированные какие-то. Ох ты. Да прошел. Вот так, спецвой какой-то. Давай. Патроны нужны. Давайте мне патронов. Вот так. Обыскать. Обыскать. Блин, слишком легко как-то. Обыскать. Так. Теперь вы. Валите отсюда. Господи, там 200 метров мне до машины. Спасли горожан. Так, что у нас с навыками? Так, закрыто, закрыто, закрыто. Мне надо какую-то вот эту, так, расторопность. Ускоренное перезаряжание дополнительного оружия. Общение, дополнительная ячейка для устройств. Вот так вот сделаем. 6, еще двое осталось.
И мы вот эту вот возьмем в положении на 20% быстрее двигаться. Эх. Ножичком резать чаще надо. Так. Мы тогда миссии-то и не доберемся, что ли? Нет, надо добраться. Это какие-то у нас побочные изыскания. Пополнение наших ресурсов. Так. И напрямки. Кто-то не может, а папа может. Папа может все что угодно. Вот и смог я. Так. Ну да, много всего не открытого, да потаенного еще осталось. О, кстати. Вот сюда я хочу съездить. Если не ошибаюсь, это быстрое перемещение. Вот оно. Вот так. Вот теперь я спокоен. Сейчас еще человечков спасем. Вот здесь. И зайдем на миссию. Надо всех пленных спасать. Сначала я им помогу. Потом, возможно, когда-нибудь и они мне помогут. Так и будем взаимовыручкой заниматься. Так, раз, два, три, четыре. Четыре. Понятно. Будем стрелять. Нет, автомат. Глушитель не работает, но он мне не нужен. Так. Отвлекем еще. Заработаем дополнительные очки. Давай. Roger. Investigate and report. Вот и все. Стоило заморачиваться. Ты нам что принесешь? Давайте патроны. Я восполнил за ваш счет, ребятушки. Сейчас спасу пленных. И я буду в шоколаде. Буду как Мауи. Молодец. Давай. Что-то там на корабле спрятано. Вот она. Все, спасти гражданских. Так, плавание, ныряние, нажав shift. Ну, я не собирался плавать. Я просто случайно сюда упал. Работорговля. Фу, какие они мерзкие и гадкие. Так. В общем... Получилось так. О, кстати, там еще где-то плыть надо. Плыть и нырять, как я понимаю. По-другому нет. Никак. Так, перед туннелем последнее сделаем. Тоже людей освободим.
Так, извините. Так, очки воинов мне надо. Да, очки воинов мне надо. Что у нас здесь? Покажите мне. Ой. Цепочка убийств. Да тише ты. На, пожуй таблетки. Почему укол? Ну и хрен на тебя. Так что я думал, здесь вообще-то людей спасать надо. А здесь ключевая точка зачищена. Но не то я хотел. Ой. Ладно, поплыть. Ну, в общем, я сплавал, узнал, что там всего лишь два ящика, оно того не стоит, это тут посреди озера там. И даже сигнализации нет. Вот так вот. Залетаем в туннель. Фары. Фары. Вот так. Итак, нам ехать что-то далеко еще. Так, подождите минутку. Что-то у нас здесь есть. Прям под боком. Прям вот оно. Так. Смотрим. Ой. Ой. Есть. Все трое. Все трое здесь. Легко и непринужденно. Так, там волки еще были. Вот я помню, волков я на машине давил. Да. Только как я это делал, я уж не помню, но было такое. Да. Все, бегите. Бегите. Вот я их слышу, вот он там, по-моему, они были. Ну-ка. Где вы? Где-то вот здесь, а что ли, вы были? Точка быстрого перемещения, первая. Вот так можно, что ли? Так я бы так бы наоткрывал бы вас. Так. Ко мне. Назад. Ага. Ой. Нет. Все. Продолжаем наше движение.
Нам еще километр ехать. По снегу, по холоду. Морозно, холодно. Так. Что у нас здесь? Вот. Обратите внимание, справа. Это нам все по дороге. Все по дороге. Избушка. Наверху нет. Избушка наверху. Смотрим. Прав ли я? Ой, ой, ой. Высоко, высоко. Нет, не наверху, но избушка. Ой, один. А где второй? Не можешь же ты здесь один быть. Ладно. Один так один пока. Вот избушка. На курьих ножках. А вот он я. Подлец, молодец. Куда бы тебя? Что это? Это допрос, молодой человек. Копыта вверх. Сдавайся, падла. Вот и еще двое. Извините, я вашего друга забрал. Потом доем. Так, сначала мне на вас очки надо заработать бы. Так, это только первый. Выйди. Выйди из дома, падла. Вот, 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 иди, 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 иди сюда. Кто здесь? Я здесь. Выходи давай. Подлый трус. Я что-то слышал. Конечно, ты что-то слышал. Давай, я уже устал. Давай. Видите, кореша-то нету. Вот так. Вот так. Тихо, тихо, тихо. На. Так. Что мы здесь прячем? Ну-ка, колись давай. Контрольная точка зачищена. Ну, посмотрим, что у нас по навыкам. 6 очков, блин, еще 2 не хватает. Ну тут, да. Ладно. Я еще прибуду к вам. Ой, олухи вы небесные.
Как с вами еще? Винодельня. Вы входите в винодельню. Вот тоже интересная миссия. Прокрасться. Давай. Едем и едем в соседнее село. Да, только не на Победе, а на джипе. Давай. И вот она, точка быстрого перемещения. Итак. Вон он, наша пещера. Вот миссия. Просто доехать с одной локации на другую. Никакого большого интереса-то и не представляет. Машину оставим, пусть все смотрят, где у нас убежище находится. Я надеюсь, у нас это как у Джеймса Бонда или как у Бэтмена. Либо заминировано, либо хрен пройдешь. Давай. Ну вот и все. Миссия пройдена, такая простая, такая легкая. Можете никого не гасить, никого не убивать. Просто ехать и ехать. Сами к ней приедете. На этом все. Я пока возвращусь на карту. Следующее видео будет блуждание по старой местности, по старой карте. Будем зачищать там пока что. До свидания.